Старайся, чтобы ноги у тебя вот так. Санёк, смотри, как надо кататься! Смотри, вот так, правильно? Ну, как ты держишь? Ставь прямо вот так. Да я ставлю. О, разъезжаемся. Давай, приезжай. Петручу, лови! Ну что ж, Александр, музыка неплохая. Стихи слабоваты. Тоже ваши? Да. Я начинаю новый музыкальный проект. Нужна песня для молодой исполнительницы. Так что дерзайте. Понял, спасибо. Рад был с вами познакомиться. До свидания. Сейчас, подожди меня внизу. Хорошо. О. Спасибо. Он тебя не подведет. Скажи, хороший? Хороший? Лучше скажи, мебель выбрала? Ну, почти. Такой дворец. Непривычно. Привыкнешь. Ты готовишь лучше. Ну, конечно. Ой, Сашка, привет. Привет. Ты уже дома? Ну, как погуляли? Прекрасно. Великолепно. Пели караоке. Мама наша была на высоте. Да. Ну, а ты как? Хорошо, всё. Что читаем? Да я вот стихи тут ищу про любовь. Про любовь, пожалуйста. И медленно пройдя меж пьяными, всегда без спутников, одна. Дыша духами и туманами, она садится у окна. И странной близостью закованной смотрю за темную вуаль. И вижу берег очарованный и очарованную даль. Ну как? Не подходят. Мы безнадежно устарели. Ты думаешь? Обезоруживаем стресс, утверждаемся в царстве семейного благополучия. О, исполнение желаний, карта счастья. Так. Как расположить карту счастья? Алло. Сонечка, привет. Привет. А ты где? Я в новой квартире. Что делаешь? Да делами занимаюсь. Какими? Всякими разными. Стихи нашел? Да нет, пока ничего подходящего. А в интернете искал? Нет. Ну и зря, ты набери современная поэзия.
Сейчас посмотрю. Там выскочит куча сайтов. Точно что-нибудь стоящее найдешь. Угу. Так, сейчас попробую поискать. Так. Я тебе позже перезвоню, давай? Угу, хорошо, пока. Ага, пока. Привет, незнакомка. Ты пишешь классные стихи, а я гениальную музыку. А как насчет того, чтобы объединиться и прославиться? Ну да, конечно. Я думаю, что мы вполне можем выделить 20 тысяч на организацию бесплатных обедов. Но надо посмотреть, что там у нас по бюджету. Хорошо, завтра разберемся. Привет. Спасибо за лестное предложение, маэстро. Еще бы гениальную музыку послушать. Без проблем. Лови. Ну вот. Спальня готова. Так, приступим к гостиной. Главное не загромождать. Шкафчик. Так, собачка. Еще? Ой. Я забыла, собачка-то уже есть. Берем. Думаешь, все ерунда? Угу. Ошибаешься. Главное смотреть на карту счастья как можно чаще. И тогда все, что задумано, все сбудется. У тебя и без карты все будет. Не знаю, во-первых, пап так интереснее, а во-вторых, мама всегда говорила, у человека должна быть какая-то своя мечта. Ну да-да, конечно, если мама говорит. Мечтательница великая. Пап, перестань. Я же вас обоих люблю. Не ревнуй. Не буду. Так, теперь главный штрих. Так. Чуча, ах ты хулиганка маленькая. Ну-ка, кыш, нельзя мои журналы. Мою чучу. А твой жених про эту, ой, карту счастья знает? Не. Только ты знаешь, а Петька? Ну, с Тингом он точно не будет. Еще как будет. Ты ему только шанс дай. Чем могу, помогу. Привет, незнакомка. Получила файл с моей музыкой. Музыка красивая, но ты уверен, что мои стихи подойдут? Я просмотрел все сайты в интернете. Твои стихи лучшие. Спасибо. Это значит, что мы будем соавторами? Ладно. Посмотрим, что получится. Все будет оки-доки, как говорит один мой друг. Смотри, какие у меня для тебя бутербродики есть. Съедобные хоть? Ну ничего себе, нарез к ним. Не, давай ты первая, а. Ладно. А ты знаешь, у меня вкусно получилось. Так, не увлекайся, дай-ка мне. Ну дай откусить, я тебя прошу, а. А ты сначала песенку послушать? А еще рано. Все равно ты ее первую услышишь. Ну ладно, на. А, еще и папе обещал, что ты Стингом станешь. Да я лучше Стинга стану, дай укусить. Да. Не будешь на себя водитель. Да я, пожалуйста. Пожалуйста. Не подходит. О! Так, чем нам эта гостиная не нравится? Ну-ка, ну-ка, скажите. Молодец, смешно. Отличился, да? Чуть посмотри на него. Мы тебе сейчас ответим. На, Дем, я тебе что-то классное покажу. Пусти, это же магазин, нас сейчас выгонят. Вообще-то здесь мебель покупают. Мне на гостиные плевать. Ведь выбираем мы кровать. А? Ой, пусти, Саш, ты чего, Чучу раздавишь? Ты что, Чуча, зачем ты ее вообще взяла? Что? Пим. Ты чего? Ну-ка, все, нам эта кровать не нравится. Соня. Нет.
А вот эта кровать мне тоже не нравится. А мне тоже не нравится, потому что нам с балдахином нужно. А, пошли искать с балдахином. Ну давай, только завтра. Но мы же никуда не торопимся. Ну как, я хотел поработать. Мне твоему папе надо скоро песню сдавать вообще. А, да, точно. А я тогда в кино с Петькой пойду. Ну, хорошо. Только на дневной сеанс. Хорошо. Я тебя спрашиваю, ты приедешь или нет? Почти не опоздала. Последний раз спрашиваю. Почти ты приедешь не опоздала. Или нет? Да ладно, ничего. Привет. Привет. Ну идем? Ага. Ой. Чего ты? Да туфелька зацепилась. Мне кажется, что для одной песни у тебя слишком много идей. Да, я и сам вижу, что перестарался. У меня вообще дурацкая привычка все усложнять. Вечно создаю проблемы на пустом месте. Наверное, ты еще не решил, что для тебя на самом деле важно. Может быть. А ты уже решила? Жить и радоваться простым вещам. Смешно, правда? Угу. О, смотри! Слушай, а по этим замочкам можно узнать, кто поженился. Посмотри, вот это какие-нибудь студенты женились. Точно, да? Чего? Замочек маленький, посмотри, маленький совсем. О, а вот это вот жадина говядина. Такой большой, боялись, что их любовь стащит. Да? Наверное. А я уже знаю, какой мы, Саша, повесим замочек, когда поженимся. Какой? А помнишь, когда мы с тобой гуляли по охотному ряду, я тебе показала такой маленький серебряный, помнишь? Ну, а у тебя, когда все произойдет, ты какой замочек будешь вешать? Когда у меня все произойдет, здесь уже все ветки заняты будут. Или мост от старости развалится. Петька, какой ты унылый, а? Тебе надо над собой поработать. Поработать? Ну да, тебе внутренне надо измениться. Просто взять в себе все и поменять. Оптимизма добавить, жизни радоваться. Да все нормально. Нет, Петя, ненормально. Посмотри, как ты ходишь. Как? Не уверена. А как надо? А надо вот так. Ты знаешь, мне кажется, что мои стихи о другом. Я тоже свои мысли вкладываю. Это же соавторство. Дай мне дописать. Обещаю, наш шедевр никто не услышит, если тебе не понравится. Ладно, соавтор. Полагаюсь на твою гениальность. На, послушай. Классно. Ну все, тогда увидимся в клубе. Да я, наверное, не смогу. Да ладно, что ты же сегодня выходной. Тут моя подруга приехала, про молодежь книжку пишет. А ты-то при чем? Да мама просила ее просветить. А осветить никак нельзя? Да нет, она с Америки приехала. Ну, пожалуйста, 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 ну как мы без тебя? Ну, да? Да? Не знаю, не уверен. Ну все, Митяй, надеемся, ждем. Давайте, парни. Верим. Не, прощаться не будем. Красивая хоть? Старовато. Я пишу книгу. В ней есть сцены, связанные с молодым поколением. Эротические? Митя! Что? Мне нужны сленговые выражения, которые сейчас тинейджеры употребляют. То есть подростки. То есть, я хотела сказать, молодые люди, как ты, продвинутые. Митя, отключи телефон. Живо. Все, отключил. Вы когда собираетесь? О чем разговариваете? Собираемся куда? Ну, когда... Как это? Тусуетесь? Я что-то не так сказала? Митя, можно тебя на минуточку? В кои веки попросила тебя об одолжении, что ты корчишь из себя крутого. Но я не могу отвечать на такие тупые вопросы. Я посмотрю на тебя через 20 лет.
Мама, я не доживу. Иди отсюда. Продолжим? Давайте. Как вы характеризуете человека? Какого человека? Недотёпа? Баклан. А еще? Лобстер. А лобстер от баклана чем отличается? Смотря как употребляешь. Ну, лобстера хорошо с лимоном употреблять. А об учебе разговариваете? Нет, говорю, не разговариваем. Только по необходимости. Когда лобаем. Она обрадовалась такая, говорит, я знаю, что такое лобать. Это когда на гитаре играют. Я говорю, нет, это когда лабораторную работу делают. Алло. Хай, бэби, да? А вот и она. Да, да, да. Мы сидим, сидим с друзьями в клубе. Сейчас приедем. Сейчас не могу, слушай, тебе перезвоню. Санька, контакт. Давай, давай, жду. Пока. Мить, ты так и будешь по телефону весь вечер? Бло-бло-бло. Сейчас. Хай, детка. А, мой, привет. Митька, я тебя сейчас убью. Хочешь нам с вами девочкам вечер испортить? Это не из тех. Ну, конечно. Май. Да, конечно, поговорим. Я сегодня... Нет, сегодня не работаю. Завтра. Давай. Хорошо. Пока. Майя. Такое имя дурацкое, да? Да она из племени Майя. Привет, Ир. Привет, Петь. Как дела? Нормально. Контрольную написала? Да, отлично. Ну, молодец. Значит, будешь этим, как его, Лобачевским. Ой, Ковалевской. Чего тебе? А, Вероника не вернулась еще из командировки? Пока нет. Любимый братик, прилетаю послезавтра. Настоятельно прошу сделать уборку. И не говори, что не слышал. Твоя сестра Вероника. Мам, может, ее работу поменять? Меня моя работа устраивает. Какой толк от вашей благотворительности? Еду бесплатную бомжам сдаете. Это вам не помощь, медвежья услуга. Просить подаяние – это натура. Нет, люди разные. Кто-то сильнее, кто-то слабее. Сейчас время сильных, мам. Пап, может, еще один компьютер купим? Заработаешь, купишь. Так нет же никакой возможности. Хорошо, заканчиваю. Ну, что ты написал-то? Сыграл бы, а? Папа, ты ужинал сегодня вообще, а? Ладно, ладно. Зарабатывай, не буду мешать. Ты любишь одиночество? Нет, мне нравится, когда вокруг суета и много людей. А меня все достали. Хочется сбежать в какую-нибудь пустыню и жить там отшельником. Одиночество – это не спасение, это крест. Ты очень сильный. Конечно, сильный. Ну, а ей входить. Камы. Ну, а она? Ну, она входит. Садится. Ногу на ногу такая, вся такая. Знаешь, что, Митя, мне кажется, она на тебя запала. Да ладно. А, Санек, ты как считаешь? Санек! Саня! А в голове Сань. Моей туман. Санек! Ты как во сне. Ты как во сне. А чего ты не любишь? Ладно, бананы. В пробках стоять ненавижу. Не люблю, когда мне говорят «нет».
Еще я терпеть не могу просить прощения. Внутри сидит какой-то гоблин и не дает мне сказать прости. Опа! Привет! Привет! Сань! Чуть не проспала. Задуши ее. Привет! Сумасшедший. Ладно, все, идем, опаздываем. Идем. Пошли. Самая опоздавшая опоздалка. Да я не слышала, меня чуть-чуть. Таран-таран-таран-таран. Таран-таран-таран. Маэстро, вы сегодня славно поработали. Mm-hmm. Что смотришь? Синтезаторы. Да ну, это для любителей. Тебе нужно для профессионалов. Какой? Сейчас, подожди. Вот это, например. Так он и стоит сколько? Саш, я папе песню напишу, он тебе вот так подарит. Контакт. Мазила. Контакт. Мне снились запахи. Мне снился скрип телеги. Дорога пыльная, прямая через поле. Как булка мягкая в котомке на соломе, тоска моя крошилась. И на горе ни путника, ни птицы не встречалось. И дальний огонек в тумане плавал. Я в странной легкости от мира оттолкнулась и падала. Ты чего не спишь? Да я синтезаторы смотрел. А после занятий чем обычно занимаетесь? Да ну кто чем? Ну кто-то в клубах тусуется. Некоторые на скамейках пиво пьют. Ну, не знаю, кто-то книжки читает. А с девушками? С девушками где знакомитесь? Да с девушкой познакомиться вообще не проблема. Хоть в интернете. Мне многие знакомые подвисли. Знакомятся, влюбляются, занимаются любовью. А занимаются любовью тоже виртуально? Алло. Алло. Привет, ты чего не звонишь? Я жду. Да, я собирался как раз. Да я так немного занят. Да. Да. Я тебе перезвоню. Оки-доки. А вообще меня эти виртуальные тусовки не очень прикалывают. А тебя что прикалывает? Много чего. О, привет, братишка. Приветик. Петя, я только что накрутилась. Иди в ванную. Уходишь? Да. Петь. А? Помоги, а? Чего? Подай серый пиджак. Ой, слушай, опаздываю. Который час? Петь, посмотри, не топорщится? Да нет, вроде. Слушай, ну что-то не то, неудобно как-то, а? Да нормально все. Ну ладно, все, я побежала. Пока. Когда придешь? Привет, Петя, это к тебе. Задачу по алгебре не получается. Поможешь? Давай посмотрим. Проходи. Ну, давай посмотрим. Какая задача? 85-я. Так, давай тетрадку.
Значит, смотри. Ты чего, а? Ирка. Так, Ирка, все, домой. Все, все, нет, все, все, Петя, все, все, пошли Петя, домой. Пожалуйста, не выгоняй так. Меня, нет! Что Петя, нет-то? Нет! Что нет? Я не хочу домой! Хватит упираться! Я не хочу домой, человек-то. Петя! Так, ну-ка. Петя, отпусти мне, меня! Пусти меня, я никуда не уйду, все. Петя! Пока! Ничего ну, не хочу Петя, слышать! Не выгоняй я сказал, меня! Домой. Я тебя люблю, Петя! Петя, открой! Иди домой! Вуаля! С балдахином, как ты и хотел. Ну да. В детстве я сделала себе крылья из проволоки и марли и покрасила их в золотой цвет. Я надевала их и представляла, что я ангел и могу творить чудеса. Ты сейчас надеваешь эти крылья? Нет. Почему? Я из них выросла. Хочешь, я подарю тебе новые? Нет. Ты больше не веришь в чудеса? Верю, но для этого не обязательно надевать крылья. Привет! Здорово. Тебе не докричаться. Да я задумался что-то. Ну да, задумался. Я тебя там ждал. Ну как дела? Там парарам, пам-пам-пам. О, привет. 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 Здорово. Держите. Давай. А что это у тебя такое? Да вот ангелов купил. Ангелов? Покажи. Ну, Митька. Вот такие. На себя? Нет. Подруга одна, ангела собирает. Вот ей их купил. Крылья красивые, золотые. Нравится? Добрый вечер, Елена Павловна. Не удивляйтесь. Добрый вечер, Елена Павловна. Выдалась свободная минутка. Выдалась тут... Добрый вечер, Елена Павловна. Мама просила вас спросить, как продвигаются наши дела. При чем здесь мама вообще? Что случилось-то? Кран сорвало. Сейчас сделаем. Ох, кошмар какой-то. Руки, руки, берите руки. Слушай. А ты чего пришел? Мы что, договаривались? Нет, просто книжку же надо писать, да? Ну так я и пишу. А я? Моя помощь не нужна? Алло, ты что, обалдел совсем? Я что, должна тебя до утра ждать сидеть? Мам, мамуль, мам. Алло, ты меня слышишь? Я на работе. А что с голосом? Я на работе, мам. Митя, ты что,
заболел? Да нет. Алло. Не заболел, сорвал голос. Так, ясно, завтра да, поговорим. Да, все нормально. Все, пока. Давай, давай, пока. Яичница по-флорентийски и любовный нектар. Ваш завтрак, сэр. Вкусно выглядит? Mm-hmm. Я старалась. Ой, подвинься. Давай, открывай ротик. Открывай ротик. Вот так вот. А знаешь, что я еще придумала? Mm. Мы с тобой купим подушки в восточном стиле. И на новоселье их разбросаем везде. А еще свечи зажжем. Будет клево. Ты представляешь? Свечи горят. Полумрак. И нам с тобой так хорошо. На. Не хочу. Не нравится? А мне нравится. Ну скажи, хорошо я придумала? Песня готова. Поздравляю. Перешлешь? А ты не хочешь встретиться? Я очень занята. Я хочу тебя увидеть. Мы встретимся. Мы встретимся. А если эта встреча окажется последней? Ты боишься разочароваться? Обещаю перекраситься, если тебе не понравится цвет моих волос, изменить форму носа, разрез глаз. А я не могу тебе ничего обещать. Обещай только одно, что мы увидимся. Мы встретимся. Ты привезешь песню? Конечно. Ложков мост, знаешь? Где женихи и невеста замочки вешают? Да, завтра. Во сколько? В 3. А как я тебя узнаю? Узнаешь. Из интернета. Что, простите? А, не, ничего, извините. Привет, меня Саша зовут. Привет. Саша! Меня тоже. Привет! С кем это Привет! Привет! Песню принес. Какую песню? Нашу песню.
Там трудности были с записью технические, вот. Я не смог скинуть просто. Вот. Тогда мне пора. Да, мне тоже уже пора идти, на самом деле. Пока. Пока. Привет. Здравствуй. Мы как-то расстались. Забыл тебе сказать. Не успел тебе сказать. Привет. Не знаю, как к тебе обратиться. Я ведь так и не узнал твоего имени. Скомканная какая-то встреча у нас получилась. Я волновался, и ты спешила. Может, еще как-нибудь встретимся? Ну, когда у нас у обоих будет время. Не пропадай, пиши. Желаю успехов во всем. Пока. Бизнесе свои законы, мы работаем на потребителя. Я тоже не для себя пишу. Ну, тогда надо учитывать ожидания аудитории. Я же предлагаю то же самое, что хотели вы, но зачем же так... Я тоже за новаторство и эксперименты, но только на определенном этапе творчества. А пока, для начала, напишите мне качественную, коммерчески успешную песню, без затей. Напишите то, что вам заказали. Хорошо. Саш, ты куда? Писать то, что заказали. Подожди. Сиди. Надежда Васильевна? Здравствуй, Сонечка. Здравствуйте. Проходи. А Саш дома? Дома, да? Раздевайся. Спасибо. Саша! Чш, не надо. Я сама. Думала, ты работаешь. А я и работаю. Сань, да расслабься, ладно. Ну, переделаешь, все нормально будет. Переделаешь? Ты что думаешь, это так легко? Чем он тебя вообще музыку слушает? Знаешь что, мой дорогой? Если тебе папа сказал, что не то, значит, это действительно не то. Папа говорит нет любому, кто не заслуживает его да. Понял? Надежда Васильевна. Саш, что случилось? Да оставьте меня все в покое!
все будет хорошо. Да. Ой, подержи, пожалуйста. Саша. Алло? Алло, Сонечка, а ты где сейчас? Дома. Я к тебе подъезжаю. Ты был прав, все будет хорошо. Чуча, домой. Ну, пока. Пошли, Лачка, пошли. Пока. Сонь, ау. Позвонишь? Ага. Все будет хорошо, все будет хорошо. Привет. Привет. Какие красивые. Спасибо. Что щеки такие холодные? Да, я на балкон выходила. Ну, раздевайся, проходи, я пока цветы в вазу поставлю. А ты чуть-чуть погуляй. Для Чучи. Санька. Еще забыл. Нет, нет, пойдем домой. Нет. Еще не было. Химчистка закроется. Вы что? Магазин. У нас еды дома нет. Будем худеть. Ты что, считаешь, что мне нужно? Сейчас определим. Саш, да ничего, надо... вон красоту твою разрушил. Ну ничего страшного. Саш, новую купим, Саш. Санечка. Ты
ничего. Смотри, что твоя вонючка наделала. С ума сошел? Да, Соня. А? Прости, плохо слышно. Ты не можешь объяснить, что случилось? Ты что, плачешь? Сейчас буду. Я тебе говорю. Да ты чё? Да я пошутил. Псих. Будут две группы. Нет, цена та же, скидок не будет. Все, договорились. Ну что, Александр? О, извините. Да. А, соедините. Ну что там насчет ротации? Так, отлично. Завтра 2 часа переговорим. Пока. Ну, Александр. Сереж. Подожди, пожалуйста, в приемной. Долго еще? 5 минут. Ну что, Александр, все получилось? За хорошее начало. Молодчина. Новоселье! Тихо, ты чё? Пойдём выпьем. Смотри, я тебе что принесла. Давай. Давай, давай. Девчонки. Давай, так, что ты будешь пить? Я буду пить шампанское. Шампанское. А сейчас самое главное. У меня для тебя сюрприз. Садись сюда. Ваше Величество, не покидайте ваш трон. Все минуты внимания! Сейчас будет сюрприз! Ребят, тихо все! Сюрприз! Готов? Давай. Ваш сюрприз? Интересно. Неужели сюрприз будет? Сейчас посмотрим. Какие крылья, смотри! Премьера Сашиной песни! Ты взлети! Здорово, молодец! Снова боюсь сделать шаг. Словно не пытаюсь прогнать этот страх. Знаю, мне нужно забыть. О небесах живет мечта моя, и точно знаю я, только ты.
вернешь крылья, снова смогу летать. Видишь, Сашенька, контакт? Стали мои слова дни, что без тебя были, не могу сосчитать. Петь, выйди. Петя, выйди, пожалуйста. Кто она? Дело не в ней. Во мне? Я в себе запутался. Гребля! Раз, два, три, четыре. Раз, два. Ну давай, давай, давай. Ну же, Сонечка, ну молодец, энергичный. Ну что такое? Ну поехали. Так, попробуем по-другому. Ведь посторонись. Осторожно. Сонечка. Смотри. А ну-ка. Ну тихо. Тихо, ты что делаешь? Зачем ты? Сумасшедший какой-то. Все, поехали от него. Ну куда? Куда? Мама, я все решил окончательно и бесповоротно. Переубеждать меня бесполезно. Все. Я все понимаю. Но иногда никакие доводы разума, мама, не могут. Не могут. Никакие доводы разума не могут. Не смогут остановить моей любви, мама. Мам, прости меня, пожалуйста. Ну, заходи, блудный сын. Похудел, что ли? Чуть-чуть. Ну давай, раздевайся. Я ужин согрею. Мам, я ненадолго, мам. За вещичками. Вдоль рек Южной Африки. К ним очень непросто подобраться. К тому же они очень пугливые. Честно говоря. Добрый вечер, дорогие друзья. Если вам скучно и грустно, и некому руку отдать, тогда советую вам купить зоопарк. Если нет возможности, тогда послушайте нашу композицию, которая звучит специально для вас, грустящих. И снова с вами ваша любимая Love Radio. Поспешу вас обрадовать. Пока вы слушали рекламу, взмахнув золотыми крыльями, к нам прилетела новая песня. О чем бы вы думали? Конечно же, о любви. Снова боюсь сделать шаг. Словно мне нужно уйти. Снова пытаюсь.
боюсь прогнать этот страх. Знаю, мне нужно забыть. Только ты вернешь крылья, снова смогу летать. Видишь, золотой пылью стали мои слова. Дни, что без тебя были, не могу сосчитать. Только ты вернешь крылья, я смогу летать. Болит чего, сынок? А ты прощения попроси, полегчает. Я думала, он с тобой. Нет, я его не видела. Как? А в университете? Так, проходи. Присаживайся. А я как раз кофе приготовила. Кофе у меня замечательный. Одна приятельница недавно привезла из Бразилии. Причем готовить его нужно совершенно определенным способом. Надежда Васильевна, нужно взять одну ложку. Вы не знаете, что с Сашей происходит? О, наверное, Саша. Саша! Саш, привет! Привет, мам. Как дела? Нормально. Иди сюда. Чай, кофе, что будешь? Да мне все равно. Садись давай. Привет. Привет. Ну, я вас оставлю. Так. А где мама, папа, на работе еще? Задерживается. А у тебя как дела? Что? На работе, говорю, как? Нормально. Желающих много пригреться? Что? Погода, говорю, хорошая. Гонорар. Слушайте, что у вас тут происходит? Соня вся в слезах. Я проект защитил. Давайте отметим. Ух ты, откуда? Заработал.
Лен, ну ты не можешь меня понять, у тебя нет своих детей. Решила завести? Ой, ты на меня еще в суд подай за растление малолетних. Тоже мне святая нашлась. Я прошу тебя только об одном. Оставь моего сына в покое. Да забирай ты его. Ты что, думаешь, он мне нужен? А? Вот и прекрасно. Митя! Митя! Саша? Саша? Лежачую забастовку решил устроить? Нет уж, отвезешь меня на работу, раз уж в университет не ходишь. Мама, можно через ваше общество одного человека найти? Бездомного? Инвалида. Ну, можно попробовать. Имя, фамилия знаешь? Нет. Помочь тебе? Нет. Что случилось? Да, ботинок. Кажется, крепление ослабло. Давай, подтяну. Так не жмет? Нет, вниз хочу. Сонь, скользко же. Хочу. Сонь! Осторожно! Ой, ой. Больно? Нет. Вставай. Давай помогу. Не хочу. Посмотри, какое небо красивое. Давай, простудишься. Поднимайся. Точно не ушиблась? Я с ней по работе сталкивалась, очень хорошая женщина. Многих людей знает. Мам. Это твои деньги. Ты их заработал. Мне они не нужны. Мне тоже. Но может кому-нибудь нужны. Василий, не отставай. Рядом, Вася. Рядом. Молодец. Хороший Вася. Сейчас я иду сюда. Осторожно. Нет, давай я тебе. Бли, Василий. Хоп. Молодец. Еще раз. Хоп. Молодец. Молодец, Василий. Хоп!
Ребята, а это Емеля. Ну что? Молодцы вы. Спасибо. Некоторые лечат дельфинарии. Детишки плавают вместе с дельфином. А мы вот решили попробовать с собакой. Молодец. И получилось. Представляете, получилось. Вот в этой группе один мальчик недавно начал ходить. Ну, посмотрите. Они становятся более открытыми, жизнерадостными. Оп, лапку еще. Еще лапку. Еще. Молодец. У нас ведь детишки от 6 до 15. Только до 15? Только. Мухтар у нас очень добрый. А можно еще здесь немножко побуду? Ну, конечно. Я буду в кабинете. Привет. Привет. Ты почему не играешь? Я собак боюсь. Да они же добрые. Хочешь фокус покажу? Да. Василий, иди сюда. Сидеть. Попробуй сама. Давай попробуй. Сидеть. Еще! Ай, ты молодец! Ну смотри, хороший же. Да. Хороший, Василий. Это Майя. Митя, чего? Нормальные, ну не как у модели, конечно. Коротковатые. Дрянь. Что? Я дрянь? Сань, ты что делаешь-то? А ты тоже все знал? Митя, что творишь? Знал, да. Ты что, Санек? Митя, я забавлялся. Митя, не надо. Митя! Пошел ты. Май, отойди. Митя! Сань, подожди. Отвали. Сань, ну давай поговорим. Убери ты руки от меня. Да, Сань, ну послушай, ты меня. Ты подожди. Постой, ты! Я тебе говорю, что мы в школе учились. Что ты хочешь, а? Я тебе говорю, что мы с ней реально в одной школе.
замочили! И что? Что? Ну ничего! Она реально в аварию попала! Реально в аварию попала, понимаешь? И ходить не могла! У нее парень был, он ее бросил, она совсем одна была! А я ей помогал! Ангелов ей носил, потому что она просто ангелов носил, понимаешь? Она с детства их собирала. Ты понимаешь, она просто тебя проверяла, понимаешь? Она боялась опять нарваться, понимаешь или нет? Она просто тебя проверяла! Зачетку. Отлично! Круто! Умничка, молодец! Но я не с тобой. Куда Слушайте, мне? Куда? Может, пойдем куда-нибудь отметим? Давайте, правда? Я не могу. Дела. Ой, деловой какой. Да ладно, Митяй, пойдем, что ты? Ну пойдем, Мить, ну что, тебя уговаривать? Не могу. Вон Саня идет. Здорово. Привет. Здорово. Привет. Ну что, куда пропал? Да так. Соня, привет. Привет. Ой, ребят, это за мной. Все? Давай, счастливо. Пока, да? Давай. Пока. Ничего себе! Ого. Понятно, какие у него дела. Ну что, Митяй, передумал? Митя! Сейчас! Возвращаться плохая примета. Да фотки забыл отдать. Давно распечатал уже. Надо же. Пакеты. Пока. Давай. Да, Митяй наше время даром не терял. В чем проблема-то? Ты тоже начни книгу с кем-нибудь писать. Да ладно, Петька, я сам разберусь. Ребят, смотрите, какие фотографии клевые. М? Какие мы все смешные. Мобильный. Да, алло. Да, привет. Все сдал. Отлично. Хорошо выглядишь. Спасибо. Как ты? Если скажу, что хреново, ты же скажешь, так тебе и надо. Нет. Хорошее время было, да? Да. Мне ехать пора. Тебя подкинуть куда-нибудь? Спасибо. Ну что, тогда пока. Пока. Прости меня.
проходи. Спасибо. Замерзла? Ага, немножко. Привет. 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 А ты что, дома, что ли? Ну что, не видишь, в каком я состоянии? Петь, спустись-ка вниз в аптеку, пожалуйста. Ну, прямо сейчас. Нет, Петь, завтра. Слушай, а давай я с тобой схожу? Да не надо. Не заблудится. Иди ко мне в комнату. Да. Я быстро. Сонь, подожди-ка. Ну что, с Сашечкой своим поссорилась? Понятно. А Петька, значит, в качестве антидепрессанта. Почему это? А это у тебя надо спросить. Но имей в виду, если ты решила с Петькой перекантоваться, пока у твоего Саши очередная шлея под хвост попала, я тебе этого делать не советую. Мы с Петей просто друзья. Все, купил. А помните, как в парке возле кабинета английского языка? Да, помню. Ну? Идет, спотыкается, а собственные ноги. Ага, падает и падает. Все просто обалдели. Да, Оля была там. Мы смеемся над ним. У него такие длинные ноги, что он не запутывается и падает. Ну, характер такой человек. Ты достала. Всегда бегал в физкультуре, как бешеный. Ой, да. Я ему тогда маме не послала. Ты чего? Да ничего. Пошли! Еще! Полетим! Полетим! Классно! Красота какая! Я не сплю, да? Тебе не холодно? Нет. Thank you.
Горько! 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 Thank you.